Так, что у нас сегодня? Декабристик. Распродают еще за 40 рублей. Гузмани 60 рублей. Гордыни 90 рублей. Еще с бутончиками даже. Гербиры отцвели по 50 рублей. Гиацинтик за 40. Уреки сухая, бедненькая. 60 рублей. Их много. Здесь 7 штук. Так, что у нас здесь внизу? Бромелия. 120. Еще цветет. Кодиум. Сколько он? Покажи. Ой, 550. Вот интересная. Драцена 290. Я в тот раз купила маленькую и такую, только двухцветную. О, фикус. 190. Юка 1500. Три таких столбика. Ну ничего, один столбик. А это 2950. Ну толстюмная. Какой ствол толстый. Много. Целые заросли тоже 1550. Две 950. Ну, красиво. Тысячу 550. Шифлерка еще стоит. Так, что у нас здесь? Драцена. Две штучки 950. Сколько крупномеров? Много крупномеров сегодня. Какое большое дерево. Три 550. Это 1550. Пальма 1550. Сколько много крупномеров. Гастролою уценили 290 рублей. Гузмания какая большая, 90 рублей. О, красавица какая. Ну вот листочек только один. Еще одна
Это уже 120. А это 120, да? Ну, еще одна. 120 рублей большая. А это тоже большая. Это 90 рублей. Вот еще одна стоит, 120, такая же желтенькая, горчичного цвета. Сансевьерия, 190 рублей. Сегодня накупила всего, забыла снять, уже упаковала. Потом покажу. Вот купила юку за 1550. Уже ее упаковала, девочку. Такая высотой и не знаю сколько. Здесь три штучки. Одна высокая, вот еще таких две поменьше палочки. Еще драценка с розовым биколор. Здесь их две, или я не помню, одна палочка, уже забыла. Гордению взяла за 90 рублей. Уже упаковала, забыла, что нужно снять. А это что? И орека 60 рублей. Что? Орека. Орека. 60 рублей. Вот это в уцененном. Еще к ней горшок давай, Оля. Купила один такой горшок поменьше для драцены и один для юбки, такой огромный. Ну как раз чуть-чуть больше. Ну вот два таких горшка. Ну еще, конечно, столько много лотосов. Я их давно ждала. Наконец-то они поступили. Здесь 6 упаковок по 3, до 30 штук. И 3 маленьких веточки по 60. Одиночные. Вот она где-то здесь. А видно ее, не видно. Память девичья упаковала, вспомнила. Потом еще сниму. В общем, вот столько покупок сегодня. На 4000 почти без 80 рублей. Вот такая радость меня ждет. Юка, еще не знаю, как ее тащить буду без машины зимой. Но я не могла упустить такой подарок. Она 3 с чем-то тысячи стоит, реальная цена, не помню. Такая красоточка здесь. Любуюсь. Ну все, до следующего раза. Всем пока.